А там с ракетами пару человек, три человека и три бомбы. Ну, если умеешь с ракетами, она такая же, как с подвесом. Ну вот. Они уже на подлете. Первая волна проходит всегда. На точку не снимать, пока волна проходит. У них некоторые прячутся специально. У них подлечка точно есть. Ой, забомбили, мог пантеры бы убрать, ай-яй-яй. Хотя бы разменяйтесь по первому вылету. Берите зенитки, попробуйте. Блин. Для начала. И шарашки. Есть сегодня расходный материал. Ну, там нормально. Я думаю, что у нас сейчас будет не лучше. Да, первое место у нас почти первое. Народ, мы чего ждем? Игорь, чего мы ждем? Ну, когда дорожка меньше половины станет или что? Смысл сказал, в танках? Как только вас сбили, вы ходили на землю. Танки, смысл какой? Я сбит и сбил еще одного. Три точки захвачены. Какой смысл в танках, народ? Чего мы ждем? Я не знаю, я ездил. И что там другие там? Я летчиков спрашиваю, какой смысл в этой стратегии? Потихонечку переходите на танки все. Пантеры 2. Я сказал с самого начала, ребят, ну, не знаю. Шесть раз с подвесами, ну, двое из них с ракетами. Они спрыгивали, да, если не смог с подвесами. У тебя два хвоста. Знаю, знаю. Давай собрать. Ну, только ранил. Ребята, мы сейчас ждем до последнего, а потом будем Сочи захватывать. Мы не можем доехать. Игра глючит. Блин, ну... Только Жуки, вы не особо не пустите, Баст на первом месте, так вот если... Нет, вообще. Просто оставалось вот миллиметр захватить, то есть зарядиться. Назад, ты все еще удивляешься? Я уже не удивляюсь. Тут постоянно миллиметры либо секунда. Слышно меня, нет? Слышу, слышу. Я уже на это спокойно смотрю. Молодец, Васька. Захватил точку. Красавчик. Красавчик. Я на С погнал. Не надо, не надо, не надо. Вы прячетесь на Б, стойте там, где-нибудь там, спрячетесь. Что там на А за ситуация, народ? Кто там был? Там пантера, еду, одна еду пантера, туда. Она критованная, она вся критованная. Да, она у нее еще перезарядка в 3 секунды, что ли, у пантеры, я не понял. Да бей, не может быть у нее. Скамейка. Молодец, Кирилл. Сейчас, погоди, мне. Она ранила меня. Да, а сбивать потихоньку. Забрал я эту. Да, ну это жопа какая-то. Да, ну я что, не можешь развернуться, бахнуть, ты рядом-то. Я не рядом, какой на А, он совсем возле Б. Тут никто ничего никому не должен, понимаешь, как бы, надо рассчитывать только блин. Пока на себя. Игорь, бери точку. Нельзя умирать, 25 раз осталось погибнуть. Так, Дору, ребята, заберите. О, я уже приплыл. Ну, на В уже они. А сбивают уже. Они сбивают, а берут. А сбивают. А я взял. Кто там пока не сбивается, А забирается. Б теперь у нас. Б, да. Да, А с Б стукал. А я попытаюсь ради болты Б бомбануть. Давайте, парни, бобра с Дору снимите, пожалуйста. Она будет, если бомбить, то будет конкретно. Я случайно взял слезы с подвесом. Уже три бомбы сбросили. Настоящего. Попал мне, по мне две. Не могут забрать меня никак. О, там заслушка на... Блин, я промазал, ё-моё! Дура полетела. ЗСУшка на А, блин, я промазал, короче. Завалите угля этого, блин. Побыстрее только, побыстрее, народ. Зенитку свалите. Это кто? Отлично, отлично. Ничего, когда земка у них нету? На С кто-то идет. Забрали тоже, не успел я забрать. Светите, светите. Блин, кто-то хотел вернуться, меня сбили с бомбой, ай-яй-яй. Только вижу, все. Назад, сейчас, берешь? Я заберу. Сейчас я заберу. Я встану тут. Вот сюда. И меня здесь никакой самолет не убьет. Сюда только на лесопеде заедешь. На танк ты сюда не заедешь. На моем лесопеде можно сейчас заехать. Четко. Ребята, вам кто-то угрожает там на точке А? Из танка. Пока не вижу никого.
Чего? Все. Если я отсюда не съеду, меня не вылезет. А меня видит, смотри. А меня увидел. А меня нет, не видать тут. Зенитки беру. Мне бы его здесь оставить бы, и пока на другой танк пересесть. Вот там катается, Ром, видишь, нет? Забрал. Вот я и поиграл. Забрал. Было хорошо. Вы тонете, могу кого-то забрать. Я не вижу никого. Я тоже никого не вижу, я стою, спрятался, ничего не вижу, никого не вижу, никого не вижу. Я лечу тут. Там катается, не можешь точку забрать. А я здесь стою. На А САУ стоит. Если кто с подвесами, я можете смотрю. Попробовать. Да, на С кидать. На А. Ну смотри, можешь на С кинуть. Да блин, надо было на С, они С берут. Ладно. Кирилл, ты с какой стороны? Справа? Да. Я тогда слева пойду. Там вдвоем. А кто на Б? Кто возле Б? Кто-то бахнул на А. Не знаю, кого. Отлично. А кто на С? Где он? Ты чё стоишь? Ау! Пошли искать его! Встал, спрятался, блин. Кто это? Давай, Рома! Блин, крит, ё-моё. И чё, сколько ты бы стоял тут? Забирай его сзади. А, тебя забрали, блин. Ну ты красавчик, слушай. Надо, блин, атаковать. Ещё немножко осталось. Заезжай вот на моё место. Что там место заезжай. Б храните, Б и А держите и всё. Кирилл, блин, отъедь от меня, я пытаюсь от тебя отъехать, ты едь, приближаешься ко мне. А, я тут по прямой еду, все. Ну ты асфальт проверял, что же получается? Поздравляю, народ, завалили бас наземкой. Шикарно. Но мы играли с огнем. Мы с огнем играли. Тянули просто до последнего. Просто провалили первый раз, что я сказал. Вот и все. Офигеть. Так, это стресс, надо перекурить. Это было баст, хотя бы этот, у них какое топовое, нет больше. Первое место. Первое, нет, я знаю. А как его, у них люди-то были, которые хорошо играли, топовые. Хорошо. Они, наверное, сами в шоке. Полку, которые. Ну, ребят, это контрица, и нас законтрят, может, даже в следующем бою.